А у кого это сегодня день рождения? Да вон же! А-а-а! С днем рождения, симпатулька! С днем рождения, бусинка моя! Пусть невезуха и безнадега всегда стороною обходят тебя! С днем рождения! Вот недалеко от моего дома и санаторий Ворошилова, один из старых санаторий с 36-го года. Я выросла в этом санатории. У меня работала здесь и мама, и дедушка, и бабушка, и брат мой работал. И я какое-то время тоже работала здесь. Здесь 7 корпусов, 7-й самый новый. А так архитектура вся старая. Вот мы идем по дорожке. Фуникулеру. На пляж спускает фуникулер. Это 2 вагончика. Вот так здесь. Красивая парковая зона. Везде. Территория закрытый. Вход здесь только по пропускам и книжкам. Но это не так давно стало. Раньше это была открытая зона. Я сюда ездила с маленькими детьми в парк. Здесь несколько парковых площадок. Есть огромный красивый фонтан около лечебного корпуса. Вот. Своя теплица, где ухаживают и выращивают новые виды растений, высаживают. Все везде чистенько убрано, конечно. Вот. Сейчас мы подойдем старые столовые. Здравствуйте. Так вот мы выходим на основную дорожку. Народу много в санатории. Сейчас спустимся на пляж. У него огромная территория пляжа. Не каждый санаторий имеет столько, ну скажем, отсеков пляжа. Также своя лодочная станция. И, как я говорила, огромный лечебный корпус и зимний бассейн даже есть. Свой клуб, где выступают артисты. Бильярдная. В общем, все, что нужно для отдыха. Это санаторий Министерства обороны. Раньше он назывался Ворошиловский. А сейчас СКК, ФГУ, Сочинский. На побережье 9 таких санаториев, но санаторий Ворошилова головной. Здесь полностью сидит вся главная администрация всех 9 санаториев. И бывший начальник санатория Ворошиловский стал генеральным директором. Вот мы подходим. Здесь 5-й корпус, а это задняя сторона старой столовой. Двери закрылись, и мы потихонечку спускаемся вниз. Господи. Впереди поднимается мостик. По обе стороны цветут розы, пальмы. А мостик — это переход. С одной стороны здесь есть 3-й корпус и административный. И на другую сторону там лечебный и 4-й корпус также. Ну, в основном к лечебному корпусу. И поехали. Я нашел дело. Все в порядке. Я тебе говорю, что мы не можем.
мостом они встретятся. А наверху мост – это спиральная трасса. Здесь зелени очень много разного. Пальмы, цветов, роз. Вот нам навстречу движется вагончик. Пустой, с моря никто не хочет еще подниматься. А вот впереди корабль идет. Давай предлагаем. Вот здесь раньше был летний кинотеатр. Мы сюда в детстве ходили по заборной книжке, как мы говорили. Здесь мы проходим под железнодорожным полотном. Есть небольшой такой тоннельчик. Вот люди вышли, я не стала снимать, потому что людей много. И вот она, гладь моря. Посмотрите. Люди купаются. Тут она каноэ. А мы идем вот туда. У меня муж любит свою любимую заливную буну. Он на ней сидит, а я плаваю вокруг. Вот такой вот огромный пляж. Это только правая сторона. Есть еще и левая. Ну, так еще покажу. Вон сколько лодок, кораблей. Смотрите. А это уже город, центр. Вот высотные здания. Это жемчужина и все остальное. Где проходят все наши кинотавры. Вот, а это вот пляж санатория Ворошилова. Там, где есть места. Так вот выглядит сам фуникулёр. Вот он в горку поднимается. У нас на территории есть земляничное дерево, огромное-огромное, и есть конфетное дерево. В детстве мы с этих деревьев не слезали, очень вкусные плоды. Земляничное похоже на... Вот другой фуникулёрчик спустился. Тоннель под федералкой. А тут идет вниз. Земляничное дерево похоже плоды на малину, но что-то среднее между малиной и дихуа. А конфетное дерево это такие сладкие палочки. Вот когда оно цветет, вот эти сладкие палочки ели, прям букетами их нарывали и ели. Из них даже умудрялись родители делать пастилу. Ну вот и все. Сейчас будем выходить.
Сибинка. Будешь мороженое? На. Добрый день. Ну, все нормально, ты вчера ел. Распробовал. Внутри просто типа с ягодой. Хитренький. Ты пломбир любишь и шоколадное, да? Еще ломается, это ему не понравилось. Внутри с ягодой. Да. Отворачивается, неохотно это ест. Надо, да. Ага. Хорошее ест, да? Спалкой не съешь. Нет, не съем, кажется. Вкусненько? Вкусненько, как, да. Любань, смотри, у тебя во дворе такой кустик растет, а у нас прям на улице. И никто за ним не ухаживает. Красивый. Закручивается на розочке. А смотри, кто тут по ним сидит. Какую штуку. Красоте живет монстрик. Где он? А здесь у нас на березах трубы держатся. Пальмы. Не настоящие, правда. Вот такая акация, как она называется. Как у тебя, по-моему, да? Пушистики цветут. Вот здесь то же самое. Дети орут. Здесь детская площадка такая классная. Вон там. В кустах детская площадка. А там аптека. Мимка. Цветочек твой. Кто-то его посадил здесь за огород, и он растет себе. Сирень, гранат, сирень. Миндаль, по-моему, он там. И знаешь еще кто? Березка. Вот. Вимка, не ходи в эти заросли. Вимка. Ну, тут вообще, конечно, джунгли у нас на Димитровах. Как мне интересно, вот это что за... дерево такое. Я знаю, что оно цветет таким розовым цветом весной, по-моему. Розовыми такими штуками усыпано. Вот что это такое? Она такая мягенькая, не колючая вообще. И такая довольно-таки большая. Заросли здесь. Ну, а туда выход к магазинам. Вот как это? С одного кустика разные цветочки. Вот
красные, желтые. Ну как это так? Смотри, что происходит здесь за углом. Ужин. Обалдеть. Вот это да. Давайте я дойду. Вот это отряд. Банда целая. Столько много я первый раз вижу. Ой, все такие деловые. Красавцы. И такие, блин, откормленные. Это еще немного. Максимально 17. Обалдеть. Хорошо вам тут живется. О, мамка какая у вас. Ну что, ты залазь? Давай, давай. Ай, боже мой. Вот так вот. А к маме повернуться, эй. Эй, щебака. Щебака. Давай еще. Давай еще часок поспим. Мама спать еще хочет. Дё-дё-дё.